два матча, которые сейчас идет на этом стриме, на том стриме. И Носки против Гринга, кстати говоря. И еще 4 матча после них. И, в общем-то, синглы SF на сегодня заканчиваются и будет только командный. Командный тоже будем стримить. Так что SF на сегодня не закончится. Сейчас у нас, насколько я вижу... Кэмми Лора. Да, это одна команда. Знают, видимо, друг друга очень хорошо. Скорее всего, да, должны друг друга тренироваться. Сейчас у нас будут смелые такие всякие сетапчики. Да, должны быть, да, необычные всякие... Опции использованы. Ну, например, да, подойти бросок. То есть, ну, вроде как больше тупак, когда за Лору играл, не делал так. Так броски так рано. Наверняка будут посмелее ребята действовать, потому что... Стан будет Лора? Нет. А, и стан! Что ж, ну сейчас фулл комба будет, но Лора еще жива. Серьезно настроен. Лора, если вы триггер будет реализовывать, сможет? Так. О, реверс, отлично, ушел из-под прессуры. Конкстер, в принципе, ему не то чтобы критично, но приятно, я думаю. И Лоре теперь как-то нужно подходить, но не подошла. Да, удивительно легко товарищ сдался. Может быть, они, как в Формуле 1, пропускают кого-то вперед? Ну, я бы на это не рассчитывал, это какая-то грязь все-таки. Надеюсь, такого нет. Может быть... О, хороший, вот этот круто среагировал Тубак. ДПФ приборы. Ну, блочит. Да, знает матчап, все-таки Тубак видно. Блочит. Скиллсками. Видимо, все-таки... Да, стабильно блочит. У Лоры сейчас полный супер, но у Лоры в основном... Ох ты, ушел просто из-под персу. Да. Точно они, знают. Они знают друг друга. Ну, и видимо, Конкстер... Оп, дамаг, дамаг. Что-то ему не говорил, когда он с ним тренировался. Опять, да, активно использует реверсал в этом матчапе. Конкстер за Кэмми. И я думаю, да, это... Ну, дамаг будет? Нет, не сконфермил. Так. У Лоры сейчас лайфлит небольшой, Кэмми нужно как-то... У Кэмми есть 1 метр. На экс-дайфик, наверное. Да, на экс-дайфик. Но ничего пока не смог реализовать этот метр как-то. Скоро бы реверсал будет, В-триггер будет у Кэмми. Тогда пойдет дамаг. Ну, убивает! Молодец. Нет, не убивает! Нет. Что сейчас? Это нервы. Ну да, конечно, самый большой дамаг с прыжки и хочется прыгнуть и убить уже. Тупак ждал. О, хорошо. Если бы Лора ничего не нажала, ХП там бы висел. Он там буферил как раз в Spiral Arrow. Оп. Ресет. Впереди. Ресет сзади. Молодец. Стан сейчас будет. Стан. Сейчас не убьет. Тупак очень. Или убьет. Нет, не убьет. Что дальше? Как Кэмми вернется? Сразу бы триггер. Сразу дамаг почти. У Кэмми сейчас полный супер. В принципе, одна комба убьет. Но у Лора есть триггер. Да. Вот опасно очень прыжка была от Лоры. О, нет! Ошибка. Это смерть, это все. Ты не считаешь, что для уровня спонсированного игрока и уровня, который ездит на иностранные турниры, такие ошибки как-то удивительно видеть? Или прям стресс такой, что люди забиваются и... Мне кажется... Fight. Ну, я, в принципе, как минимум стресс точно есть, потому что, видишь, мы же не знаем, как работает экспансируемость. Может, ты вот, например, выход в топ-8 для них там критично важен, и у них там сейчас, знаешь, типа... Супермандраж даже больше, чем мы можем представить. Типа, да, если, например, кто-то из них не выходит в топ-8, то его, например, не спонсирует больше, и ему придется идти в Макдональдс работать. Да. Ребята сейчас вообще очень осторожно действуют. Видимо, у них там... Может быть, кто-то из них останется в команде после этого, а кто-то нет. Подсечку, не наказал подсечку. Фак. Странно, я думаю, мог. Ох, поймал крауч медиум кик, он хороший нормал у Лоры, крауч медиум кик. Фуксис его постоянно использует. Ничего не нажимает против быстрее. Отлично. Опять. Пока Лора просто... Что? Лора пустит. У нас тут хайп по Федоскину. Никто за Гринга не болеет. Давай, Гринга! Да, а эти французики пусть играют.
Не, на самом деле, хорошо, что они приехали. Конечно. Хорошо, что у наших игроков есть возможность поиграть с иностранцами, но я думаю, какой что... Ты... Я думаю, например, по части скилла Will Tupac удивил в другом смысле, потому что мне кажется, что этот скилл неожиданно ниже. Неожиданно ниже, чем можно было предположить. Может быть. От человека, который воспринимается как киберспортсмен, full-time занимающийся игрой. Но при этом... Но при этом он как... Ну, в смысле, как минимум 9-е место. В турнире, где 80... Ой, не 80, 60, по-моему, человек. 60, 80 человек разоригивалось, ты что? Ну, с одной стороны, да. Так, мы должны не отвлекаться на хайп Федоскина и Гринка. У нас тут свой матч. Это выход в 8, а у них там... Французы тоже стараются. Так, смотри, Конкстер-то убивает. Стан смерть. Так. То есть Конкстер что, решил камбэкнуться? Да, на втором стриме 1-1. Нет. Все, конец там. 2-1, да, Федоскин выходит. Что, продолжили? Опа! Комбит Лора сзади. В этот раз хочет Конкстер миксап. Нет, нет. Стан, может быть. Стан. Сейчас не будет стана. Но еще один миксап и стан. Ой, стан, это стан. Молодец, убьет. Молодец, все. Я думаю, сейчас Лора убьет. Только я... У меня сейчас метр еще будет. Только я сказал, что Will Tupac не очень-то показывает свой скилл, а он так тихим сапом усыпил бдительность. Он уже в топ-8, и он еще, может быть, даже топ-1 займет. Но такие ошибки, казалось бы, совершенно-совершенно базовые. С новым инпутом в этой игре, мне кажется, вообще непростительные в какой-то степени. Уж настолько они простые. Давай. Нам сказали развлекать вас. Да, пока у нас перерыв тоже. Сейчас в последние вот эти стадии плей-офф как-то не очень стремительно матчи отстреливаются. На первую консоль при этом уже сажают Веги и Бока. Федоскин принимает поздравления. Его обступили фанаты. Фанаты хотят прикоснуться к нему, получить благословение. Потрогать его волосы. Шелковицы. Потрогать волосы, да. Самое. Так. Мы пока, значит, ждем. Напоминаю, что плей-офф почти закончен. Осталось 4 матча. Какие у нас прогнозы-то? По... Да. По топ-8. Есть у нас сеточка, нет? Сеточка есть, но без нашего стрим-инженера мы ее не видим. В топ-8, как я понимаю... Ну, я вот вижу, Норвегия подключается. Веджи, да? Да, Веджи из Норвегии сейчас играет с Коком. Московский Байсон. Ага. Вообще, Байсону, конечно, тяжеловато, как в пятой части. Вроде как он вначале начал хорошо, вроде все испугались его эксовых ударов, его телепортации, особенно когда ему сделали вместо Дэша телепортацию. Но что-то как-то... Кто этот? Феном? Феном? Феном Байсон. Твердил, мол, что потенциал Байсона еще далеко не раскрыт, я вам покажу. По-моему, настоящий сейчас он в итоге, судя по тому, что Веги говорит, сейчас Феном за Никали играет в основном. Ну да, да. Видимо, нет, он все-таки... Передумал. Передумал. У нас... У нас тем временем объявили наш следующий матч здесь. Это игроки Джу, Кен, русский. Дамет, успокойся. Дамет, у Дамеда больная, так сказать, история с Байсоном. Он доставил ему много боли этот персонаж. Мистер Байсон. Так, в общем, у нас играют Джу, это Кен, русский наш, и Канцер, как раз Байсон. Не, я искренне рад, что Байсон появляется в турнирах, потому что он выглядит офигенно. У него удары мощные. Я буду просто счастлив, если он будет какой-то супер хайп показывать на турнирах, потому что он сам как персонаж, вот мы только недавно обсуждали, самый крутой босс всех игр вообще. Капитан, милиционер, полицейский. И террорист мирового уровня. И террорист мирового уровня, да, это как персонаж, как... Так, сейчас попробую опять вам рукой. Вот это на нижней
плеер к камере. Сейчас голову уберет. В белой футболочке, в темной футболочке. Давай да, так. В белой футболочке это Канцер Байсон, а в темной футболочке это Джу. Джу, по-моему, кстати, москвич. Канцер не москвич. По-моему, он... А, из Перми Канцер. Понял. А, ну это Подмосковье. Нет? Это город Иваново. Понял, Джу из города Иваново. Не знаю. Город невест. Из города невест. И легкой промышленности. Ну, да. Ну, в плане Джу, наверное, лучше про легкую промышленность, чем про невест. Так, ну, что там Байсон против Кена? Байсон против Кена. Да я не знаю. По статистике, конечно, вот я посмотрел, то, что там составил Кен. Больше всего появлений в топ-8, да, за всю историю очень турнира. Очень сильный персонаж. Да, кто бы мог подумать. Сначала все по фреймдате посмотрели, сказали, что он где-то в середине, а то и в лоу. Потом Мамочи начал играть, потом начали американцы, там Брэндон Спул, Джулио, да, Крис Джи. Да. Начали. Нет, не Крис Джи, по-моему, Крис Татариан. Крис Джи не играет. Да. Ну вот, они, конечно, показали, что к чему, но, как многие говорят, чуть-чуть рандомчика добавляет остроту игре Кена, потому что бежать просто сломя голову, да, его вескилом на персонажа, немножко опасно. Да, конечно. Тем более, что он наказывается, судя по гранате, и если ты его неправильно спейсишь, то, в общем-то, будешь огребать, паниш. Да. Но если ты его не делаешь, то, в принципе, тебя можно очень... легко предугадывать. Я думаю, чего в этом матче мы не увидим, так это зонинга Хадукина. Скорее всего, его не будет, потому что, как я понимаю, на мой взгляд, Хадукин игра Кена не очень сильная. И у Байсона, ну, хороший скилл есть, чтобы ее контрить. Плюс, ну, нормальные инструменты там вроде Devil Stomp'ов. Мне кажется, Байсон будет стараться сблизиться. Я думаю, они оба будут стараться сблизиться. Ну, а Кену по идее бы, конечно, держать среднюю дистанцию. Хотя... Да, чтобы как-нибудь хавикиком бы триггер скормить их дамаг. Вот это что такое? Не наказал Байсон ДП резко. Нет антиера от Кена, и за это получает огромный дамаг. Отлично, Джо. Комбо. Вот. Но Джо не стал как бы делать. О, что это такое за грязь-то происходит? Ладно, нормально, все. Я думаю, разогреются ребята сейчас. Вот это правильно сидел, это если бы Джу не засейфил экс-хадукером в блокстринг, он бы был наказан. Пытается канцер поймать хавикиком на краш-кантер, видимо, уже не получается. Внезапный ватриггер, и что, сейчас Байсон в углу, какая будет прессура? Оп, никак не контрит, это Кен. Нет, дамаг! Опа! Запорол Байсон! Убил! Молодец! Видите, мы болеем за Байсон всей душой. Я нет. Нет? Я буду, так сказать, давай, для баланса. Давай, ты за Кена, я за Байсона. Да, нужен баланс. Капитан наше все. Как и в прошлой части, ножницы не наказываются. Да и, по-моему, в втором фитфайте не наказываются. Не верю, правда. У Кена есть супер, так что потенциально большой выход дамаг. Опасно было вот так на перепрыгнуть. Ух ты, мог сейчас внушать пасть. Большой, нормальный сейчас лайфлит у Байсона. Байсон что сейчас? Почти супер-триггер, зря так себе потратил. Судя по всему, Кен понял, что вблизи ему не очень комфортно. Ну-ка мог, по-моему, ДП сжать, не уверен. Постоянно Кен делает таргет комбу в экс-ДП. Пытается с ним поймать хип. Кроссап внезапный. Кстати, вот ты не знаешь, я там не помню. Байсон кроссапит дэшем только в триггере? Да. Только. Да. Угу. Только в триггере он может через тебя пройти. Отлично. Байсон. Молодец, капитан. Такая улыбка. О. Зубы чистит явно больше, чем в 2 раза в день. ДП будет? Нет. На первой консоли Supreme. Блин, только бы Supreme вышел. Supreme. Да.
О, хороший курсандер был от Кенов, нормальный дамаг, сравнялись по жизням примерно Байсон и Кен, но при этом у Джу очень такое ощущение, по-моему, что он... Я не знаю, как-то у него не солидно все. То есть у него есть какие-то сетапы, но он после них ничего не делает. Или вот, например, подошел, сел. Обычно он не знает, что ли, что делать. Я дальше. Думаю, нервы. Тоже смерть. Да, отлично, первый анти-РДП. Опять стандартный вот таргет комбат. ДП опять, нет ДП. Нельзя давать. По сути, каждая прыжка Байсона... Ох ты, на ВКапе дэш бросок. Это смело. Играй смело. Но это не тот уровень, но все равно надо играть смело. Ох ты, подсека. Еще я вот не играю кастерю. Я бы да. Говорит канцлер, что канцлер был бы триггер, поэтому было бы сейф. Ну, поверим. Отлично, мне нравится, когда Байсон так уверенно не подходит и бросает. Несмотря на свой низкий иммунитет, по-моему, один из самых низких в игре. Да, так. Байсон здесь явно доминирует. Ух ты! Забейтил бросок Джу и хороший дамаг. Отлично, опять то же самое. Но Джу не смог скомпить. Байсон, в принципе, может легко выбраться из угла даже. Так, стоп, ты. И этим, и триггером просто. Ой. Ну, вот этот большой дамаг должен был быть. Почему Джу спорит? Жду вот это он одно и то же делает. Теперь не было метра. Не понимаю. Опа. Убил. Это... Мы рады. Я рад, как минимум. Байсон топ 8. Rush down that hard. Мне кажется, pretty good with dealing with EX Tatsumaki too. If the player can react. If he can react, that's right, yeah. Like EX Tatsu is a really strong tool for Ken. Yeah, and zoning is going to be hard for Ken either way because there's too much recovery on his fireball. If you get through with either ground pound with everything with Nikali has for fireballs, like this. Yeah. Like there's no reason for Nikali to not stomp when Ken has no meter. Look, he's playing defensive. He's dashing back. Yeah, he's stomping. He's letting him go away, pretty much. Despite the fact that Nikali has great advantage nice, on nice all jab his moves. Nice jab, that's and right. Great jab, that's right. And very good coming throw after that. Yeah. Great answer again. Maybe do a DP next time so that it won't trade. Missed a lot of damage, sadly, but it's safe. Great blocks. Gringo's playing really cool. Oh, look at this Jeff again! High tiny technologies. Oh, nice meaty light kick. He's into common grab. Yeah, good shot. Good shot to end the round. Oh, man. Oh, man. Oh, now look, great adaptation by Supreme. Now can head the meter. Now he knows that Gringo is anticipating the fireballs. So on a pressure, oh my god, that's gonna be really, really difficult. But he's not winning, sadly. Come on. Everything is very, very bad for Supreme. And that's a huge match, damage, probably. Yeah. Is it? Almost dead. Or is he? Yes, almost dead. A little bit of life. Anything will do. Like anything. Like that. Did he jump out of there? Why? I don't know. Did he try to do a neutral jump? Maybe he was anticipating that roll? But he shouldn't have. But he should have anticipated the jab. But he's plus on block after that. He could have pressed any other button. Couldn't he? I don't know. I don't. Maybe he jumped back. Okay. Being scared of the DP. No. Escape the come on grab, but does not punish it. Gringo is beasting on him again. Already in the corner. Oh my god, meaty combos. Meaty combos. Command throw, no. We don't need command throws to end this round. Like, Nikali is really, really strong in the corner. Look at this beta combo. Try to do an instant overhead, but. I don't know, maybe Ken is too short, maybe he just blew that up. All the buttons now, all the buttons from Nikali. Yeah. And EXDP to make Supreme look at the foot. Still not turning this into great damage. Stun might be an issue. And they're back at the same corner they were one round like, ago. In 10 seconds, good position reverse, now it's Ken pressuring. Or easy. Well, he kind of is, yes. That was good confirmed. Slowly getting his health back. Oh, I mean, taking away health from. Oh my god, what a read. Like, yeah.
Bringer just read a back dash. Oh, he missed his combo. He was too far away from that. And that's it. Yeah, Bringer dominates Supreme. That's it. Yes. Samaru is stronger than St. Petersburg, sadly.